Меня зовут Ксения Сахаронова. Я один из авторов и режиссеров фильма, будущего фильма «Наталья Горбаневская. Я не героиня». Я думаю, что Наталья Горбаневская особо не нуждается в представлении, но скажу, что, на мой взгляд, она была не только выдающимся участником правозащитного движения, но и прекрасным поэтом, обаятельным, очень жизнелюбивым и жизнерадостным человеком. И вот об этом мы хотели бы снять свой фильм, о Наталье Горбаневской поэте, или я бы сказала лучше поэтке, потому что Наталья Горбаневская всегда предпочитала вот это польское слово «поэтка», несколько такому пафосному и манерному «поэтесса». В этом году Наталье Горбаневской исполнилось бы 80 лет, и, собственно, к этой дате мы хотим приурочить свой фильм. У нас на проекте есть целая витрина представлена замечательных книг, и вот появилась новая. Это книга французского журналиста, политолога Сесиль Весье, называется «За вашу и нашу свободу». Я бы сказала, что эта книга, ее можно было бы назвать энциклопедией о диссидентском движении в России. И здесь исследованы не только судьбы тех, кого принято называть диссидентами, но также и участников и еврейского движения, и религиозного движения. В общем, всех тех, кого соединял протест и борьба за свободу. Я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить Сесиль за то, что она пошла нам навстречу и дала нам свои книги. Вот, мы обязательно съездим в Париж и возьмем автографы на этой книге. Только после этого они пойдут к нашим акционерам. Также у нас есть издание нового литературного обозрения, книга Натальи Горбаневской «Чайная роза». Это тоже будет новый лот, мы пока еще его не представили. Вот. И абсолютно новое издание в этом году, вышедшее, Наталья Горбаневская, «Избранные стихотворения» с 1956 года до, собственно, ее ухода в 2013 году, лучшее ее стихотворение. И, конечно же, у нас есть книга Людмилы Улицкой «Поэтка». Людмила Улицкая нас очень поддерживает, у нас есть несколько замечательных акций с ее участием. Вот очень также хочу вам, помимо книги, которая предлагается, и приглашение на премьеру, я вам хочу предложить акцию «Чаепитие» с Людмилой Улицкой. Их у нас всего 7, оно пройдет в камерной обстановке, и вы там сможете подписать книги и задать все ваши вопросы Людмиле Улицкой. Также нас поддерживает Нателла Болтянская, наш друг, она в том числе знала Наталью Горбаневскую. Мы брали интервью для нашего другого проекта «Параллели события. Люди», которым был выпуск, посвящен Наталье Горбаневской. Вот эта книга уже подписана. Вот таким образом, дорогой спонсор, вы сделали очень достойную инвестицию. Нателла Болтянская. Нас поддерживает и такой замечательный человек, как Лев Шлосберг, который является не только известным политиком, но и прекрасным фотографом. В сентябре 2013 года он встречал Наталью Горбаневскую в Пскове, и они совершили замечательную прогулку по Пскову и его окрестностям, когда он сделал несколько фотографий. Посмотрите, какие прекрасные фотографии. Они уже подписаны вот так вот. «За вашу и нашу свободу» Н.Е. Горбаневская. Фото Льва Шлосберга. Вот еще одно фото. Посмотрите. И вот это фото, которое у нас уже есть. Здесь Наталья Евгеньевна со значком «Свобода узникам 6 мая». Друзья, прежде всего я хотела бы поблагодарить всех, кто уже поддержал наш проект. Огромное вам спасибо. И я приглашаю всех также принять участие в нашем проекте и внести свою лепту в память о Наталье Горбаневской.